Друзья, всем привет! Ежедневно мы отбираем и готовим для вас новости из жизни наших отечественных звезд. Если вы еще не подписаны, то подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, а кто подписан, поставьте лайк и поделитесь этим видео в социальных сетях. Друзья, печальные новости продолжают появляться вновь и вновь. Череда грустных событий никак не прерывается. Каждый день мы отслеживаем новости и видим тенденцию роста. За начало этого года уже ушло больше 50 актеров. Нам приятно, что вы неравнодушны. Активно пишите в комментариях добрые слова в память ушедшим актерам. К сожалению, начали уходить актеры советского времени. Уходит эпоха светлых фильмов СССР. Происходит естественная смена актерского состава. Хорошо это или плохо, покажет время, но это неизбежный процесс. Вот и сегодня пришла трагическая весть. В Подмосковье умер бывший участник группы «Звуки Му». Александр Лепницкий утонул, провалившись под лед. Рок-музыкант пытался перейти Москву-реку. Журналист и друг семьи Артемий Троицкий рассказывает, что Лепницкий ходил на лыжах со своей собакой. Спасатели до сих пор занимаются поиском тела музыканта. Александру Лепницкому было 68 лет. Знакомые и друзья выражают соболезнования семье артиста.